Короче, я пришел вот сюда, в тронный зал, где Могол был. Еле дошел. Это просто пипец. Винтовка Зенита теперь доступна. Вот, но я сюда пришел в поисках хроматического прохода, а нашел проход скелета. По протоколу скелета. Эх, надо было только душ. Сейчас душ потрачу. Так, что за пуху дали? Винтовка Зенита. 35 голубенькой. 35 голубенькой надо. Вот этой? Или вот этой? Проницательности 35. Серьезно? Четыреста пять патронов. Что? А. Ну так это карабин, да? Ладно. Вот, и вот здесь вот я обнаружил проход скелета. 18 указов надо и протокол скелета. Ух, ну пошли. Я не знаю, куда это меня приведет. Глянем. Веридом. Серьезно? Это меня просто в лес привело. О! Эхо молодя. Прикол. Ну не убивай меня, дай я что-нибудь сделаю. Вот это заберу, например. Позволяет сохранить 50% в случае смерти. А. Ну тут хотя бы пропасти нет. Да? Блять, лечись, сучка. Ни хрена не делает. Нажимаю перезарядить. Стоит. Насрать. Лок, конечно, тут гениальный, блядь. Тьфу, ёптра мать. Что-то через жопу все. Пошел нахер. Ай.
Мне этот проход доконал. До домолога. Блин, они что-то там... Я первый раз шел. По-моему, легче прошел, чем сейчас. Там есть вот самое последнее место. Эх, геморрой там, ёптать. Это просто там дичь. Какую-то там тактику... Ну, я самый последний раз вроде так более-менее что-то... Более-менее что-то сделал, но... Вообще... Блядь. Вообще там, конечно, очень сложно. Раньше такого не умел. Кто научил? Блять, еще третий раз ты делаешь, а? Хитрый. Нет! Собака. Он... А, он просто дым пускал. В смысле... такое был сейчас. Блин, патронов не хватило. Ай! Готов нахуй. Ну, молок на самом деле самый простой босс из этой троицы. Код поддержки, цереукас, емкость, обнаженный красный желчный, чем все. Тут, собственно, ничего и не дали. Кроме вот этого бонуса к байтам. И расходники, да? Угу. Ну ладно. Я вообще искал хроматический проход. Где он? Я так и пока что не нашел. Ну, в архивах вот в этих вот я его не встретил. О! О! Что? А туда как пройти? Нет. Ха. Интересно. Ну, я там был, судя по открытому сундуку. Ладно, пойду искать хроматический проход. Пока.